Встречайте, городские! Ну что, пожалели, что дырки не заделали? А вот мы и приехали! Додонова, здрасте! Ну что, давайте знакомиться! Это Максим. Максим у нас выступает на дне поселка. А что, подходит, тоже поет, тоже неизвестен. Максим, пой. Сосновоборский паштет, его понюхал я свет. А это Андрей. Андрей у нас ловелас деревни. Андрей, а ты по безинке перестал ходить? А чё это? Так у него парень с армии вернулся. А-а-а. Кстати, Костян, с дебилем тебя! Спасибо. А это Костя, он у нас в деревне местный дурачок. Кстати, Железногорск, а вы чё это перестали на стрелке ходить? Значит, я один за всю там собираюсь, стою там, мёрзну. Одна девятка приходит. Непорядок. Ну а я председатель Додонова. Кстати, да, Влад, почему именно ты председатель Додонова? Ну, во-первых, у кого петух в петушиных боях победил, тот и председатель. Ну, логично. А во-вторых, у меня травмат. А. Эх, хорошо у вас здесь, в Железногорске, только навозом пахнет. Костян, это Айкос. Кстати, еще немного фактов про Максима. Максим поет только когда выпьет. Максим, что у тебя? Песня молодежная. Ауе, ты кричишь Ишкерия, я кричу ауе. Эх, сейчас бы на сеновал, да с бабой. Ты же и так там каждый день бываешь. Это да, но с бабой. Парни, я тут узнал, что кто-то из нашего ДК украл шторы. И я, кажется, догадываюсь, кто это сделал. Я не украл. Ладно, спой что-нибудь для зала. Я надену белье с кружевами. Что, говоришь, не ты украл шторы, да? Слушайте, у вас же подарок для зрителя есть. Да, у нас в зрительном зале под одним из сиденьев находится подарок. Кстати, где у нас там Несушка бегала? Несушка где-то вон там вот бегала. Вот там вот и находится наш сюрприз. Подождите, пацаны. Ну кто в СД с курицей ходит? Костян. Но есть же КТЗ, вы чё? Эх, развернись, душа! Там их больше нет. Другие команды миниатюрки показывают, а мы показываем наши додоновские зарисовочки! А у нас Додонова самый крутой парень, это тот, у кого самый мощный сабвуфер. Да ты бы хоть машину купил! А все знают то, что сейчас телевидение переходит на цифровое телевещание. Так вот, мужик этого не знал, но он же из Додонова и включил телевизор. Это что такое? Война что ли началась? Чтобы построить уже крестом. А, Спас ТВ работает. Все нормально. Представьте, во время универсиады додоновский мужичок посетил биатлон. И все? Я 1500 за что заплатил? Подожди, сейчас они еще кружок сделают. И все! 1500 за... Оу! Не, ну по телевизору это как-то лучше было, да. Танцы,
представьте, в Додоново закончился 80-й бензин. Это ж точно война началась! Зиновидов, запрягай коня, в город побежим! А теперь представьте, доярка устроилась в пивной причал. Так, а вот можно светленького 2 литра? А еще трешечку темного, пожалуйста. И новая у вас, жигулевская. А почему она у вас наливается? Так потому что не додоновская! Так и не надо! Драма. Мужик уезжает из села и забирает с собой пепельницу, банку из-под кофе. Дай хоть последний раз взглянуть на нее. Вот. Погоди, на чем вы переживаете? Я обычную пепельницу оставлю. Это как вообще работает? Так она ж не настоящая. Не очень? Ну, у нас тогда есть для вас подарки, Костя! Вот, всем целом собирали 563 рубля! Костя, а что, бутылки? А что это, по-твоему, уже не деньги, что ли? Нет. В биткоины сначала тоже никто не верил. Попомните вы еще меня. Ладно, есть другой подарочек. Вот, вносите. Сомнение. Поэтому представляем вам нашу песню про Додоновский край! Закончилось.